Так, короткий репортаж по фруктам в отеле. Видим яблоки, груши, апельсины. Нарезанные, видимо, мандарин, апельсин или грейпфрут, непонятно. Бананы. Кстати, гранат. И яблочки. Ну, дальше много чего разного. Ну, сегодня по короткой программе, но так-то можно разыграться не на шутку. Это только одна треть. Вот там еще что-то есть. Так, вот есть другие десерты. Пахлава. Типа тирамису на углу. Сладенькая. И тут, видимо, огромный какой-то торт. Так. Типа чизкейка. Очень вкусный, кстати, вот этот с красненьким. И это картошка либо сырок, похоже, наши. И корзиночка с фруктами. Welcome to Turkey.